В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили, что учредитель, генеральный директор и главный врач частной медицинской организации обеспечили выдачу иностранным гражданам фиктивных заключений об отсутствии опасных инфекционных заболеваний. На самом деле мигранты не проходили осмотра. В последующем, используя фальшивые справки, иностранные граждане получили возможность оформить разрешительные документы, дающие им право пребывать на территории Российской Федерации свыше 90 суток. Кроме того, сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции установлено нарушение условий получения данной фирмой лицензии на осуществление медицинской деятельности. В офисе организации по адресам проживания фигурантов изъяты документы, средства связи и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Следователям Следственного управления Управления МВД России по городу Владивостоку возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным пунктом В, части 2 статьи 322 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это организация незаконной миграции. Фигурантам уголовного дела предъявлены обвинения в инкриминируемых деяниях. В настоящее время они задержаны в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Мероприятия по контролю над соблюдением миграционного законодательства, выявлению и пресечению фактов незаконной миграции, привлечению к ответственности правонарушителей продолжаются.